Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2339. Чем же можно объяснить, что архиереи так противятся пробуждению народа, которое невозможно без понимания Писания и богослужения, если не вести родной язык? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» есть глава о слове. Она подробным образом рассказывает о значении понимания о родном языке. И вот, как обрушился на нас тогда наш архиерей, вызвано это только и единственно тем, что он, как и все почти архиереи, не родился свыше от Слова Божия и от Духа Божия, а так по традициям и преданиям веруют. Боятся ада и устремляются туда с жаром ревнителей тьмы. Екклесиаст 4.17. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают. Вот как отреагировал 10 лет назад наш епископ на эту статью. Сегодня же дело полностью изменилось. Нас не преследует он, с нами молится. Я стал чтецом, проповедую в храме постоянно, минимум 3 раза в неделю. На бланке «Русская православная церковь за границей», «Ишимско-сибирская епархия», «Управляющий Ишимско-сибирской епархией епископ Евтихий», 26 декабря 1994 года. Дорогой отец Иоаким, я получил от Игнатия Тихоновича статью о богослужебном языке. Не понимаю, как такое и таким-то языком мог писать православный? Часть ответственности я возлагаю и на вас. Потерять вас для меня будет жесточайшим ударом. Прошу вас прислать мне ответ срочно. Со всеми ли вы утверждениями Игнатия Тихоновича согласны? То есть потрудитесь составить личный анализ статьи. У меня есть письмо Игнатия Тихоновича, где он пишет, что на все действия берет ваше благословение. Если Игнатий Тихонович не примет мер к исправлению последствий статьи, а вы не отмежуетесь от нее, то есть от этой самой статьи, я вынужден буду пойти на самые крутые меры, вплоть до запрещения священнослужения. Уже сейчас, пока не получу ответа на свои письма, я отказываюсь служить на ваших приходах в Барнауле и Потеряевке. Статью я вышлю митрополиту с просьбой снять с Игнатия Тихоновича благословение на миссионерскую деятельность. Не становитесь только в позу обиженных, огрев всех нас своей статьей, как дубиной по голове. Всех писем, отсылаемых к вам, вынужден оставлять копии. Вы даже не дождались моего ответа с собора. Братцы, так нельзя. Простите, зла не держу. За церковь, за верных обязан болеть. Епископ Евтихий. 1 Царств 26:19. И ныне пусть выслушает Господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благословенною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: «Ступай,
Служи богам чужим. Испытанная временем дороже двух любящих сердец ненагляденье, совместный путь на удивление прожит, любовь, как знаем, светит не за деньги. Нахваливаем старое вино, проверенную дружбу, как удел счастливых, краюшку хлеба им и горя заодно, будь то пожар или на скалах ливни. Как часто балансируем во тьме, не друг ли распустил молву худую, то критикой детей, то обо мне, я утром шел навстречу на ходулях. Теперь у горизонта подвожу итог, во всеуслышание голос напрягаю. Какой же я счастливый, дай вам Бог героем быть, хотя и без регалий. Неважно, в нищете или в достатке, но встретить Иисуса, полюбить Его, Он неизменно верный, вечно сладкий, смиряющий нависнувших врагов. Так испытайте же, как благ наш Иегова, Создатель мира и Спаситель наш. Для гурманов словесности он грубый и суровый, сон критиканов Библию берет на карандаш. Бог верен в слове, изреченном им. Пророчества исполнились буквально. Мы благодарностью перья все зачиним и в гимнах верность Божию восхвалим. Платите десятину от достатка, хотя бы в этом Бога испытайте. Елей не оскудеет, мука во вдовьей катке. Провозгласим об этом с кровли, а не тайно. В чем Богу доверялся, прославлен окажусь, залог мой сохранится, в это верю. Дать Духа Всесвятого нам обещал Иисус, в боях испытанным дается Он мне, Он в боях испытанным дается Он не мерой. 21 августа 2004 год. Игнатий Лапкин.